мне обидно то, что ты не хочешь дать мне возможность следить за тобой. Это когда ты еще только начинающий арбузер, и тебе обидненько, что девушка не разрешает тебе следить за ней. Я маленький абьюзер. Абьюзер маленький, да? Начинающий. Нет, дорогая моя, вы же сами, женщины, требуете от мужчин того, чтобы они несли за вас ответственность. Брали ее, так скажем, на себя. Так вот, если ты становишься объектом, за который он несет ответственность, то есть отвечаешь, да? Ты должен знать, как мужчина, и понимать, где он находится, с кем он там находится, что он там делает. Ну, ответственность, она такая. Хотя, конечно же, по-вашему, это уже абьюз. А вот ответственность настоящая, это когда он ей переводит деньги на карту. Только в этом случае это называется проституция.